Здоров, бро! Перед началом этого ролика хочу посоветовать тебе группу по Аску. Фурии, где есть множество персонажей с интересными историями и характерами, которым ты сможешь позадавать вопросы в приятной рисовке Аска. Тебе будут отвечать сами персонажи этого Аска, понимаешь? Кстати, осталась приваточка. Все еще открыта анкета, в которой ты бы мог добавить своего персонажа и стать отвечающим, описав его биографию и написав приветствие. И создавать свои собственные комиксы, в общем. Как бы да. Аски. Все. Давай! Том, давай быстрее! Там была яма. Яма? Ты серьезно? Сколько раз я тебе говорил смотреть внимательнее? А ты что творишь? Твой хроматром – дерьмо. Давай сначала. Чертов Марвин Мускин! Том, смотри. Фроссард прошел уже два круга. Все в шоке. И смотри. Зацени его блокпасс. Ага, но он пердун. Может, он и пердун, но ты так сможешь выиграть. Похоже, на тебе это хорошо сработало. Эй, ты куда? Я иду к Лене. Окей. Не натвори глупостей, завтра большой день. Рекреды придут. А, да, знаю. Черт побери, ты меня вообще слушаешь? Мы месяц на это убили. Так, ты приземляешься второй раз, и что ты делаешь? Позволь ему идти вперед, но не слишком далеко. Потом? После я ускоряюсь, второй подъем на пути, я смотрю внимательно за второй... И поворачиваешь направо, черт побери! Том, сконцентрируйся! Если ты будешь долго думать завтра, то тебе конец. Потом ты должен прыгнуть. Повернешь налево, там ты подъедешь к стрелке. Ты можешь проехаться по стороне, чтобы поймать момент в следующие 40 метров. Четвертый подъем широкий, можно и не замедляться, сэкономь там время. Парни войдут в азарт, ты можешь уехать от них на пару сотен сантиметров. Там. Посмотри на них. Посмотри внимательно. Ты не можешь медлить. Они тебе никаких поблажек не сделают. Давай сосредоточься! Эй! Вспомни, зачем ты здесь? Сегодня мой день. Я чувствую.